Александр, только что вернулись из расположения сборной. Как там провели время? Как прошел матч? Ну, матч прошел как обычно, обыкновенный товарищеский матч. Сборной нужно играть, чтобы получать какую-то сыгранность, игровую практику некоторым игрокам. Прошел сбор весело, довольно-таки интересно. Жили в гостинице, где было много команд. Опять-таки же увиделись с ребятами из других команд. Поэтому, ну, и счет 1-1, наверное, дружеский счет, как для товарищеского матча. С Владимиром Команом удалось пересечься конкретно на поле, там, в единоборстве, может, каком-нибудь? Ну, так получилось, ввиду травм игроков. Я вообще играл правого защитника, поэтому... А Вова играл правого полузащитника, поэтому мы на поле находились очень далеко друг от друга. Но уже непосредственно после матча только пообщались. С каким настроением вернулся сюда, в расположение клуба? Какие сейчас мысли в голове? Ну, настроение хорошее, уже ехал, думал быстрее кубок в руках подержать, потому что команда уже, пока меня не было, взяла первый кубок свой, поэтому единственное, что дальний перелет был, подустали с Вовой немного, а так как бы все в порядке. Впереди достаточно серьезный соперник, Днепр. Как, что думаете об этом сопернике, какой может получиться игра, как к ней готовиться стоит? Ну, я думаю, что мы будем готовиться так же, как и с остальным поединком. Я не думаю, что его стоит выделять. Да, Днепр хороший соперник, но мы тоже неплохая команда, поэтому, я думаю, будет интересная игра.